В Красноярске на улице Пролетарская начали сносить незаконно построенную офисную двухэтажку. По решению суда здание, возведенное еще 2 года назад, собственник должен был убрать самостоятельно еще в мае. Но делать это он не захотел, поэтому за дело взялись судебные приставы. Разбирать постройку будут вручную, потому что она находится очень близко к дороге и применять тяжелую технику здесь нельзя. Завершить снос планируют к Новому году. На этом месте к универсиаде появится новая транспортная развязка. И это далеко не единственное здание в Красноярске, которое должно исчезнуть с городских улиц. По результатам 2017 года проведено более 400 проверок. В 291 случае выявлено как раз основание для обращения в суд за возвращение объектов либо в первоначальный вид, либо, как в данном случае, за сносом объектов. Поэтому по 76 уже принято решение и находится на той или иной стадии исполнения.